я думаю, что абхаз сознательно не терял свой язык ни там, ни здесь. Мы не должны на какие-то внешние факторы ссылаться, вот они нам помешали. Если я родилась в абхазской семье, мой папа, мой отец говорили со мной по-абхазски, и я не, дети не хотят на абхазском. Это неправильно. Это мы родители начали с ними говорить не на том языке, потому что это глобализация. Ну просто прийти от Кянка Чеснена, Бумшабзина Схоге, и Сездердзумапшизхо, Абриселкацу. Хыш, хыш, ажакуцар. Хочек учащий пилот, языку залака без шучу. Уязы. Хочек хрец храуру патача. Я хвилару псышили чажерц. Ну, мчили аджги газирц адзом.